Кулаков Олег, водитель ВАЗ-2105, стоял на светофоре, двигался с Парджи Никидзе в сторону Ильфата Закирова, стоял на запрещающий на красный. Вот. Показался зеленый, начал движение. Он на желтый свет. А в курсе, да, что на желтый сигнал стопора запрещено движение, что запрещают сигнал стопора? Да, в курсе, но ничего там не... То есть проигнорировали, запрещают сигнал стопора и продолжили движение. Ну, начали движение. Пешеходы не заметили, совершили наезд на ребенка. Да, не заметил пешехода. Наверное, потому что... В курсе, да, что желтый, да, запрещающий сигнал стопора? Да, в курсе. Главный совет всем участникам дорожного движения – это, конечно же, не спешить. Водителям нужно в обязательном порядке снижать свои скоростные пороги при подъезде к пешеходному переходу, дабы хватило и тормозного пути, и видимости обнаружить опасность и остановиться. А пешеходам выходить на проезжую часть только в том случае, если вы убедились в отсутствии транспорта, либо в том, что транспортные средства остановились и водители пропускают вас.